Матчи турнира за первое и восьмое места в высшей лиге волейболисты Тюмени провели дома. В гости к команде Сергея Шульги приехала Академия Казань. В первой встрече хозяева одержали уверенную победу 25-17, 25-17, 25-19. Но повторный поединок начался для них не лучшим образом. Борьба в стартовом сете получилась упорной 31-29 в пользу казанцев. Затем ничего противопоставить гостям тюменцы уже не смогли. 23-25, 21-25. Наш соперник чуть больше ошибался, а мы держали тот же уровень. А сегодня наоборот, они сыграли чуть почище, а мы чуть погрязнее в концовках. Вот и весь счет был. Тюмень сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Теперь 13 и 14 апреля команда сыграет на выезде с Ярославичем.